Десятки сторонников основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа вышли на улицы Лондона, чтобы выразить свой протест. Манифестанты призывали администрацию Байдена снять все обвинения с Ассанжа. Мероприятие прошло в преддверии апелляции США по поводу экстрадиции основателя Wikileaks в Соединенные Штаты. Слушания пройдут в Лондоне на следующей неделе. В начале января британский суд отказался выдавать Ассанжа Соединенным Штатам, объяснив, что в случае экстрадиции основатель Wikileaks может совершить самоубийство. В США Ассанжа обвиняют в самом крупном хищении секретной информации в истории страны. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 175 лет тюрьмы.